Казахстане вновь ввели ограничения на экспорт подсолнечного масла. Об этом сообщили в Комитете госдоходов Минфина. Новые правила на вывоз начали действовать с сегодняшнего дня и продлятся до конца августа. В Минфине пояснили, что такие меры позволят избежать дефицита на внутреннем рынке и сдержат рост цен на востребованный продукт. Напомню, подобные ограничения уже действовали с 15 декабря прошлого года по 1 июня текущего года.